Ребят, всем привет! Меня зовут Всеволод Морозов, я руководитель отдела продаж компании «Спецтюнинг УАЗ». Сегодня мы с вами присутствуем при отгрузке каркаса кузова УАЗ-3151 в Краснодарский край, город Славянск на Кубани. Вот можете обратить внимание, мы загрузили кузов, соответственно, в машину нашего партнера. Доставку вы можете осуществить как собственным транспортом, так и обратившись к нам, мы подберем самые выгодные условия по территории России, по странам СНГ. У нас очень часто приобретают кузовы в Казахстан. Также все эти моменты обсуждаются лично с каждым клиентом и подбираются оптимальные условия по сотрудничеству. Ребят, также хотел сказать, что есть возможность изготовить кузов под ваш ВИН-номер. Актуально это для владельцев УАЗ-452, в народе «Буханка». По срокам это занимает чуть дольше времени, то есть плюсом к стандартному сроку идет 2 месяца. Но при этом вы получаете кузов с вашим ВИН-номером. Ну, соответственно, это актуально для владельцев, у которых на руках есть ПТС транспортного средства, а также фотографии старого кузова, чтобы мы могли понимать, какого у вас образца кузов, старого или нового. Также всю информацию по этой теме можете узнать у наших менеджеров по телефонам и перейдя по ссылке в описании на наш основной сайт. Ребят, также хотелось еще сказать о том, что в преддверии 23 февраля компания «Спецтюнинг УАЗ» подготовила для вас очень интересное предложение. Все подробности по ссылкам в описании и по телефону в разговоре с нашими менеджерами. А на сегодня это все. Приятно было вас видеть. Всего доброго. До свидания.